Всем, ребята, всем привет. Сегодня я решил трейлер записать, так как каналу уже почти год. Ну и хотел бы рассказать, для кого этот канал и зачем. Так что вот, ну то есть я очень книги люблю. И поэтому как бы, ну хотелось бы этот канал, ну обзор книжек и возможно набрать аудиторию. То есть как бы что-то наподобие книжного клуба, чтобы получилось. Как бы хотелось бы, то есть, ну, вокруг книжек, чтобы это вращалось, то есть, какие-то обзоры делать, может, кому-то что-то понравится, откликнется, то есть, то, чтобы тоже какие-то свои советы, может, оставили, что стоит почитать, посмотреть. Ну, это первый такой момент, но, конечно, я очень... Книги такие специфические, то есть, я не все читаю, но я буду пытаться все-таки, ну, и другие книги тоже рассматривать. Но в основном я нон-фикшн читаю, биографии и истории создания компании мне очень нравятся. То есть, ну, в основном, как бы на канале очень много уже про это есть. Вот, ну и второй момент, почему я стал YouTube этот писать. То есть это вот, ну, просто я сейчас смотрю на многих, то есть, да, вот у меня есть, ну, родители, есть там и среди пенсионеров знакомые. У них очень такая жизнь, на пенсии становится скучной. То есть у тебя вроде высвобождается время на пенсии, ты можешь чем-то заниматься, но наши пенсионеры, к сожалению, очень часто ограничены в деньгах. То есть у тебя есть время, но как бы нет возможности, да, можно куда-то съездить, что-то поделать, ну и ты ограничен. То есть если на таблетки хватает, это уже большое счастье, да, потому что с возрастом болезни появляются, вот. И то есть как бы, ну, и вторая часть, то есть я говорю, первая для чего это обзор книг, а вторая это если, я говорю, мы не знаем, сколько мы проживем, но то есть как бы если проживу долго, чтобы на пенсии было чем заниматься, это первое. Ну и второе, как бы мы не знаем еще раз, сколько мы проживем, поэтому это как видеодневник, то есть для меня сейчас, потому что мы растем, мы меняемся, там, не знаю, лысеем, пузо у нас появляется, еще разные болезни. То есть, если доживу, говорю, до старости, хотелось бы на себя, может быть, посмотреть. Хотя никогда свои старые фотографии, которые есть, я не рассматриваю. Но на пенсии, я говорю, времени много, может быть, дойдет до этого. И плюс, я говорю, время такое сейчас нестабильное, как бы сын растет. И, возможно, ну, то есть, настанет тот момент, когда меня все-таки не станет. Это грустно сейчас про это говорить, но часть ровесников... У меня уже на самом деле умирают в 40 лет. И поэтому, как бы, ну, память, что ли, какие-то мысли, мало ли сын подрастет, захочет что-то пересмотреть. Это как бы отчасти и для него тоже, потому что, как сказать, просто, ну, если взять моих родителей, да, то есть, ну, у них от своих родителей память какая? Очень редкие фотокарточки, совсем немного. Там, ну, у меня прадед, дед, буквально несколько фотографий. То есть, да, вот мы сейчас живем, мы своих родителей уже можем, ну, снимать, да, там, видео, фото, как бы. И, то есть, ну, как бы у моих родителей память о своих родителях, это фотографии и воспоминания. То есть, ну, и, говорю, очень часто же дети не успевают вырасти, когда родители умирают. Ну, это, говорю, грустная тема, но, тем не менее, то есть, остается... память, а если ребенок маленький, у него же и память, ну, стирается, он мало что может вспомнить. То есть он, в наше поколение мы можем больше памяти оставить, то есть мы можем больше видео, то есть у тебя не только воспоминания, фотографии, у тебя есть видео, у тебя есть голос, какие-то повадки, ну, то есть как бы, это, то есть такое. Ну, это вторая часть, я говорю, грустно, почему я стал вести, то есть, ну, об этом не стоит думать, но я говорю, вот, то есть это два момента, почему как бы я решил снимать этот YouTube. То есть и тема книг мне просто интересна, и хотелось бы, говорю, чтобы вокруг этого канала какая-то аудитория собралась, которая книги любит, и чтобы нам было что обсудить. Так что, ну, наверное, все. Всем пока.